Ну что, попробуем еще раз. Пропадает связь в этом замке почему-то. Вот. Я так понимаю, что это для посетителей, которые останавливаются в этом отеле. Он работает до конца ноября, потом отель уже не работает, и откроется он уже только весной. Ну вот, в принципе, все, что мы увидели. Так, теперь у нас вот тут еще такие замечательные открывашечки. И мы пришли на место нашей дегустации. Лиза нас уже ждет. Вот смотрите, здесь есть оливковое масло. Ачето. Типа ачето бальзамику? No, ачето ди вино россо. Уксус, красный уксус. Так, всякие разные мармеладки. Потом вот смотрите, какая тут граппа. И смотрите, какой интересный интерьер. Здесь. Так, это наше место для дегустации, я так предполагаю. Так. Это вина. Так, это мускатная граппа. То есть она сладковатая такая. Не знаю, что это такое, никогда не пробовала. Так, а это вот наши вины. Так, ну что, iniziamo? Volete iniziare la degustazione? Allora, io vi ho preparato il tavolino là. E questo? Sì. Dove trovate la lista con tutti i vini che sto bruciando. Vado a prendere